Я сказала себе, что у меня все получится, я все смогу, нет таких заданий, с которыми я бы не смогла справиться. И благодаря такому настрою и мотивации у меня получились высокие результаты. Идти к заветной цели и добиваться желаемого, правило которому выпускница Щелковской школы номер 16 Светлана Слепченкова следовала на протяжении многих лет. Золотой знак ГТО, победы на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, медаль по окончании школы – это далеко не все достижения Светы. Пожалуй, одним из самых ярких успехов выпускницы стали результаты единого государственного экзамена, к которому она готовилась очень долго и усердно. Девушке удалось сдать ЕГЭ по русскому языку на высший балл и набрать 99 по математике. Немного не хватило времени, однако для Светы это стало лишь мотивацией для дальнейших достижений. Большое спасибо за мотивацию моим родителям, моим учителям, которые каждый раз поддерживали меня в трудных ситуациях. Как говорил Андрей Дементьев, учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Конечно, славу школы приносят такие ученики, как Светлана Слепченкова. Для меня, как для директора школы, это сигнал о том, что у нас хороший педагогический коллектив. Света мечтает поступить в престижный вуз и в будущем стать профессионалом своего дела. Я хочу связать свою жизнь с программированием, возможно, с инженерией. Я, наверное, класса с 7-го понимала, что моя душа лежит к математике, физике. Однако особая любовь к точным наукам не означает отсутствие интереса к гуманитарным, а русский язык для Светланы больше, чем школьный предмет. Русский язык, я считаю, узнать должен каждый человек, живущий в России. Светлана говорит, сдать ЕГЭ с успехом под силу каждому школьнику, главное идти к заветной цели. Какой совет ты можешь дать всем тем ребятам, которым только предстоит сдать ЕГЭ? Ну, я хочу дать такой совет, что надо верить в себя, надо верить в свои возможности. И надо понимать, что ЕГЭ – это просто экзамен. Задания ЕГЭ, они построены так, что их может сделать школьник, который учил на протяжении всего курса школьную программу. Заветные 100 баллов по ЕГЭ. В целом, успешная итоговая аттестация, конечно, дают возможность поступить в престижный вуз. Однако с этого все только начинается, и в дальнейшем ребятам придется пройти много уроков и сдать немало экзаменов. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.